50 случаев заболеваний корью зафиксировали в люберецких больницах за последний год. У нас этот показатель выше, чем в других муниципалитетах региона. Инфекционную вспышку врачи связывают с тем, что родители отказываются вакцинировать своих детей. Как обезопасить себя от весьма заразной болезни, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Ее легко перепутать с простудой, однако последствия гораздо тяжелее. Корь – это острое инфекционное заболевание, которым очень просто заразиться воздушно-капельным путем. От одного больного из 100 заражаются 96 человек. Кроме высокой температуры, насморка, конъюнктивита и сильного сухого кашля, через несколько дней у инфицированного появляется характерная сыпь на лице, а после и по всему телу. Конечно, причин в этом несколько, да, но основная причина, безусловно, это то, что сейчас не делаются прививки, многие родители отказываются, да, и поэтому у нас создалась, конечно, прослойка неиммунных, так скажем, да, пациентов, то есть, в первую очередь, конечно, детей, вот, которые подвержены заболеванию. Первая прививка от кори делается в год, вторая – в 6 лет. Однако этим заболеванием легко заражаются и взрослые. За последний год в люберецких больницах всего зафиксировали как минимум 50 случаев. Поэтому врачи рекомендуют вакцинацию и в зрелом возрасте, тем, кому за 30. К тому же не каждый помнит, прививался он в детстве или нет. И, конечно, многие, не посоветовавшись, не изучив, наверное, эту проблему полностью, да, они отказываются. Хотя сейчас ведь вариантов очень много. Это живая корьевая вакцина, да, но вариантов много. Ведь есть и ослабленные вакцины, есть очищенные, более очищенные вакцины, да. То есть сейчас как бы выбор стал больше, чем это было раньше. Самое опасное в этом заболевании – тяжелое протекание и самое главное – последствия. При кори сильно страдают органы дыхания, к тому же может развиться пневмония. Запускать ее крайне опасно, необходимо вовремя обращаться к врачу. А еще лучше – позаботиться о себе и своем ребенке заранее – вакцинацией, так, как рекомендует Минздрав. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.